Региональный семинар под убедительным названием «Counterspice» собрал студентов Брестского государственного технического университета, а также специалистов многих ведомств и структур за круглым столом. На мероприятии поднимались важные темы и обсуждались злободневные проблемы. Тема очень серьезная и актуальна на нынешнее время, ведь мы говорим не только о наркотической, допустим, зависимости, но угроз очень много сейчас появилось. Это и та же самая информационная зависимость у людей, различного рода сети, которых очень много появилось в настоящее время. И молодой мозг, он не все может сразу воспринять. Это и игровые зависимости, что актуальны, и я скажу, это надо предупреждать. Представители УВД Брестского облсполкома в своем выступлении обратились к вопросу наркотической зависимости. Тема острая и до сих пор актуальна. Несмотря на ужесточение законодательных мер, определенный рост количества регистрируемых наркопреступлений и возбужденных в связи с этим уголовных дел все же есть. А потому люди в погонах напомнили студентам показательные случаи, когда употребление опасных смесей сыграло плохую шутку с молодежью. Во главу угла нашей работы ставится профилактика, и подобного рода мероприятия проводится достаточно часто, мы отмечаем ее эффективность. Для молодых людей сегодня эти вопросы достаточно носят актуальный характер, достаточно острый характер, поэтому мы вынуждены встречаться, беседовать, разговаривать, делать какие-то выводы из нашей совместной работы. Что касается потребляемых психоактивных веществ на территории Брестской области, то основную массу в структуре наркорынка занимают такие психотропные вещества, которые имеют ярко выраженный такой наркотический характер, такие как альфа-ПВП, мефедрон, тот же метадон можно в этот ряд поставить и другие. Что мы знаем о вредных привычках и как с ними вести борьбу? На эти и многие другие вопросы искали ответы студенты вместе с представителями правоохранительных органов здравоохранения и образования. Помогали разобраться в вопросах дельные советы от специалистов разных областей. Потому дискуссия стала отличным поводом для молодежи задуматься о том, чем чревато необдуманное поведение и что скрывает за собой минутное удовольствие.